давайте в одном здании, не больше этого. Не больше одного отряда? Подождите. Нет, не больше двух человек. Че, почему жареные сразу отступаем, как настоящие сервисы? Ну да, когда закончатся патроны. Нет, ты сейчас настоящих сирийцев. Мы русские, русские сирийцы. Не, ну если не закончится, то еще заебись. Но чтобы не закончится, они задолго не решили. Вы что, музыканты? А? Пиздец, у нас нет БМПхи уже, все. Как нет? Почему? Она перевернула. Классика хули. Ну реально сирийская армия, что сказать. А пусть тебя вторая подтолкнет. Проблема, давайте, что-то... давайте, распределяемся, они уже здесь должны быть. Встань, боец! Да мы сейчас им покажем, как это... Встань, боец! Властью, да, шутки. Сейчас по, нам нет, по пулю отступать. Не... Нам отступать по пулю, учтите. Нам как бы вообще стрёмно отступать. Через посадки. Ну, мы же с осадки. Ну, вдоль дороги только, да. Все по канал. Там на этом, смотрите, отделение поставили на горах. Сейчас достреляем, погоди. Что мы потом не успеем отойти, нас спины будут расстреляны. Да мы не будем отходить, будем стоять до конца. Ну да, там вариантов уже бегать нету. А можно я пройду вперед на юго-запад, метка Анкл, там уже, да. Анкл, ты там? Да, здесь. Как там? Шумно. Я вот думаю к тебе сместиться. Если атаковать, то подходить к нам к, с этим с Жеком и обходить по вдоль границы нашей зоны и в спину заходить. Только так. Самая хуёвая идея, потому что там зона, за которую нам нельзя выходить. Но мы не будем выходить за зону. Вот именно поэтому это самая хуёвая идея, потому что у нас, блядь, манёвры ограничены. Но они уже втянулись. Не все. Ну, подождём, значит. Сейчас смотрите, что... смотрите заправку, они, блин, только по заправке пойдут. Я смотрю ее. Я тоже смотрю, то вообще. Слушай, она горит вообще. Но она взрывается. Сенатор. Я. Хорошо. Азимут, 80 топка, ой, 900, на горе топка вражеская. Он не дотянет, ты чё тут? Ты чё, дурак, там 2,5. Максимум на 900 метров может пальнуть. Я танк вижу. Красавчик. Входим в зону, да. Тогда вдоль дороги западной. Наш компаунд, в котором мы были, вернулся. Я. Понял. Решили вернуться, что ли? Да хуй пойми. Какое-нибудь решение примите, которое мы будем исполнять. Давайте, кто хочет в зону, идите, кто хочет, блядь, через дельту проходим.
верь ты, кто хочет, блядь, у нас тут война, нахуй, а не кто хочет. Пойдемте тогда, блядь, через дельту, пойдем, мы уже убежали там, узнаем, да. Ну все, пошли через дельту, блядь, вот, решили, нахуй, все идем через дельту. Давай, давай, ты же хотел помочь. Впереди, да, с заправки откуда-то. Задымите вперед. Джексон минус. Дыма накидал правого РПГ. Вы все на бустерах сидите. Чего? Кто заправку фигачит сейчас? Ну ты вдвоем, я уже видимо один. Ой, там прям город фигачит. Короче, трубач, по-моему, все наш. ГПшка своя? Скину РПГ. Принял. Есть карандаши в основном. Отлично, то что нужно. Женя нашел труп. Сейчас попробую с него снять РПГ. Жив, РПГшник. Так точно. Еще там есть? В первой части подождает. Около заправки, через дорогу, противник. Снайпер. Их. Давайте мы, как я предлагал, отойдем, вот, через, в тыл зайдем через край зоны. Через дельту? Да. Там противник сейчас, прям там. Там снайпер бегал, я его, не знаю, накрыл с РПГ или нет. Пуск дал, прям туда вроде. Да. Нам отсюда деваться некуда, либо туда, либо сидеть здесь. Я могу кинуть? Да нет, нет, мне его еще. Оттуда как раз меня с шкеты долбит. Понял, значит сейчас разберемся. Тоже
Я потихо двигаюсь, да. Тут, похоже, техника прошла. Впереди техника.